Из-за низкой зарплаты госслужба теряет квалифицированные кадры. Для повышения профессионализма и ответственности работников в Казахстане с нового года внедрена новая система оплаты труда государственных служащих. Пилотный проект пока реализуют в акиматах столицы и Мангистауской области, а также в Министерстве юстиции и Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции. Теперь оплата работников госучреждений будет квалифицирована и основана на качестве и ответственности. Для этого персонал поделили по 15 уровням и 3 направлениям. В результате зарплаты госслужащих в 4 ведомствах уже увеличились в 2 раза. Например, руководитель отраслевого управления в Министерстве юстиции вместо 179 тысяч тенге сейчас получает 416 тысяч. По старой системе диспропорции в окладах работников центров и регионов составляют 70%. С внедрением новой системы оплаты труда разница снизится до 10%. Это хороший результат. Поэтому теперь государственные служащие заинтересованы в повышении эффективности своей работы.